Сентария прият асрат турнир азкан апснадиштил пейбишракуни гуайре ювифи за шоку сахатра. Апснаприят асра за федерация хадата мазабгаджа турнир асистри алхчи анюхамши а спорт устмивгад артри рдини фалей. Сегодня такое знаменательное событие для Абхазии. Мы проводим турнир «Большая абхазская шляпа». Турнир организовал Затулин Константин Федорович, огромное ему спасибо. И собрал много людей, которые приезжают сюда, на нашу родину. Это люди, каждый из них положил маленький кирпичик в независимость Абхазии. Тут и депутаты, и генералы, и космонавты, и люди разного уровня. Президенты Федерации тенниса и так далее. То есть эти все люди, которые приезжают к нам, и мы рады их видеть. И традиция хаза турнир «Большая абхазская шляпа» и снаги Адгалар Аман Афинткарры и Гагр район Ахадарахмад. Нагнаги уй Амьёбгар активла Ялухсауи. Дорогие друзья, разрешите вас поприветствовать на сегодняшнем мероприятии. Константин Федорович, вам, как всегда, отдельное спасибо и низкий поклон за всю организацию данного мероприятия. И нельзя не отметить тот вклад, который вы в свое время вносили рядом с Владиславом Григорьевичем Ардзинба в развитие нашей страны после военных тяжелых годов. И сегодня вы находитесь рядом с нашей республикой, с народом. Большое вам за это отдельное спасибо. Что касается сегодняшнего мероприятия, хотелось бы отметить тот факт, что, как было сказано выше, свыше нам все это соблаговолит. Погода дает нам яркие солнечные лучи. Я вам всем желаю крепкого здравия. Несмотря на то, что 30 сентября считается праздниками Днем Победы, мы все понимаем прекрасно, что этот день, конечно же, сопряжен с жизнями и судьбами людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы сегодня мы под такими солнечными лучами проводили такого рода турниры. Я вас просил бы всех почтить память всех тех, кто отдал свои жизни за Республику Абхазия, всех тех, кто сегодня отдает жизни свои, отдал свои жизни за то, чтобы воцарил мир во всем мире и восторжествовала справедливость. В лице Владислава Григорьевича Ардзинба, в лице Сергея Васильевича Багабш прошу почтить память минутой молчания. Спасибо. Жларбжара пепхат асра турнир Айчкай. У Роспилопе Федерация Фондкара Дума СНГ АУС Курза Хейла Каханпею Акпи Хатыпу Константин Затулин Виви Башук Сацвой Тария Турнирах Адуней Агны Цардару Ауа Айпхвешти. Сента а турнир Ялах Униюни Вибежюк Апхат Асра Абзепеча. Наш турнир мемориальный, он посвящен памяти второго президента Абхазии, нашего дорогого Сергея Васильевича Багабша. Вот он на этом плакате изображен как раз в тот момент, когда он примеряет большую абхазскую шляпу. Он бывал здесь, любил здесь бывать в ходе турниров, участвовал. Ну, что там говорить. Многие наши друзья и в прошлом, и сейчас всегда сопереживают нам, рады нас здесь видеть, и вы все в этом лишний раз убедитесь. А я и разгаз, ага, Тртбрицкую, а медалку, а кубокую раншен.